Бесплатные печеньки. О, печеньки! Привет, тупой моб. Привет! Итак, всем привет. Меня зовут Нейзи. Эмиральды сегодня нету, но, как вы видели по первому ролику, да, ну, вступительному, он там был, но сейчас его нету, планы поменялись. Вот, и, собственно, я вот тут построил эту... Я назвал эту конструкцию камерой пыток, потому что это, правда, натуральная камера пыток. Просто садисты, не знаю, сейчас просто будут, не знаю, молиться этой постройке. Ну вот, и, собственно, пытать мы тут будем Эмиральда мы пока не будем пытать, он нам еще ресы будет добывать. Ну вот, а будем пытать мы тут мобов. Ну, я назвал это камерой пыток, потому что это в натуре натуральная камера пыток. Я это повторяю уже, боже, у меня язык заплетается, так жил тут всякое. Redstone паста, прочее. Фигня, поршни, лава. Вот, собственно. Тут написано «бесплатные печеньки». Но кто же не любит бесплатные печеньки похавать на халяву? Конечно, мы такие «О, печеньки!» Такие «Оп!» «Эть!» «Обратно-то не пускают!» «Оп!» И вот. И тут написано «Привет, тупой моб!» «Привет!» И, собственно, там рычаг наверху, и нам дальше... Ну, он может тут сидеть, биться об потолок, выйти он отсюда все равно уже не сможет. Ну вот, и он будет тут грустить, сидеть, пока мы не пустим этого несчастного бедного моба дальше. И тут, собственно, два пути. Один — это камера слабый. Кактусов мы не нашли, пока я хотел сюда кактусы засадить. А вторая, не знаю, страшно. А вторая с раздатчиками, которые заряжены стрелами, ну... Это максимум, что нам удалось выбить, потому что стаками это просто невозможно забивать. Тут все. А, и да. Собственно, раздатчики нам пришлось поубивать паучков. Это был такой убогий процесс. Ну вот, и дальше там рычажок нам опять открывают. Ну, мы тут как бы можно вот на кнопочку там нажать, и по нам будут фигачить этими стрелами. Мы будем уклоняться так шух, так шух. Ок. Ну вот. Идем дальше. Дальше тут просто лютая слоеный пирог такой, да? То есть лава, вода, дверь, рычаг, выход. Ну, вот, собственно, там как бы есть кнопочка, да? Она, как сказать, ну, она выдвигает сюда поршень, да? Темнеет, ну вот, выдвигает поршень, и моб сможет пройти дальше. Если он подожжется, то вот вода для него. Дальше эту воду. Я сюда забыл поставить эту плитку, да? Вот, сейчас мы поставим шоколадную плитку. И вот, и вода. Дальше открываем дверку, и он заходит в эту комнатку, и мы его прижимаем поршнями. А вот это вот более такой вариант, ну, для мобов, которые боятся, да? Сливых мобов. И сейчас мы, короче, будем их загонять сюда и тестить. Оп. Так, у меня же есть смартфоник, точно. Так, значит, тут я... Так, мне надо пока сделать, а то он там просто напросто не пройдет. Так, сейчас сверху покажу, то есть, оп, идем мы так, да? Тут мы дверку открыть можем. Дальше ведем его, например, по этому пути. Вот тут нажму на кнопочку, он, это, если что, Redstone паста. Она может, ну, вертикально по потолку так проходить. Вот мы нажимаем, оттуда стрелы летят. И вот тут вот, вот, нажимаем на рычажок, вот там выдвигается, чтобы он пройти мог. Ой. А вот это вот надо мне сейчас сделать. Так, там тут выдвигается, тут. Какие, знаете, раньше по ящику показывали жестокие игры с... Сергеем каким-то там в главной роли, не помню. Ну вот, а сейчас уже этого не показывают ничего. Так, у меня какая сложная. Мирная. Ну окей, нормальную ставим.
Сейчас будут спавниться всякая нечисть. Ой-ой, крипер. Ну давай, иди сюда. Вот так вам его не видно. Он черный, вот он идет к нам. Так, давай, иди сюда. У меня есть бесплатные печеньки. Давай, будь любезен. Ой, не-не-не. Ты чё? Куда попёрлись? Ой, хитрюги, а. Хитрый зеленый засранцы, пошли от меня. Фу, этого я не ожидал. А кнопку... На зарядку, становись. Да что ты тут прыгаешь? Заразу, иди. Сюда заходите. А, давай, сюда. Да заходи ты в эту камеру, чертову. Что ты тут прыгаешь? Танцор, диско. Да, ты че, не взрывайся, не успей. Зараза. Че ты не заходишь ты сюда? Ты че, убил одного? Вот хрень-то, а. Крипер. А, ай. Давай, ну сюда заходи, достал. А, куда? Куда? Силовой взял, запрыгнул такой. Сюда заходи. Нет, ни на какой сундук не надо лезть. Господи, как же с тобой сложно. Не взрывайся. Нет, сундук я не сломаю, там все мои ресурсы. Крипер, ты зараза. Давай. Сюда иди, давай. Цып. Оп, давай, нет. О, да, попался. Эй, сюда, за мной, давай. Эй, ты, паскуда, тварь. Давай, за мной. Чего, не хочешь идти? Ты не хочешь идти со мной? Крипер, давай, пошли. Я тут, а? Эй, Вася, алло, ты, морда. Ну что ты на меня смотришь? Давай, пошли. Что? Ты не хочешь идти в... Ты не хочешь идти на верную смерть? Что? Что ты отказываешься? Иди сюда. Иди сюда. Крипер. Ты что? Что с тобой? Ой, микро упал. Ты что? Пошли. Он, наверное, расстроился, то, что я убил его брата. Этого. Печку надо сюда ставить. А я же... Да что ты стоишь? Объясни мне. Суть того, что ты тут стоишь, а? Эй, ты, башка. Я не могу. Просто не знаю, что сделать такое, чтобы он... А, о, пошел, давай. А, он ищет короткий путь ко мне. Я понял, надо сломать, короче, сундуки эти. Сейчас я его сломаю, погодите. Так. Две палочки мне нужны. Все, сейчас сломаем. Сундук, чтобы он это... Не искал короткий путь... Потому что я другого не знаю выхода. И теперь, по идее, он должен идти за мной. Нет? Да, нет. Нет. Нет, он ко мне... Он отказывается со мной идти. Он, видимо, обиделся. О, да, идет. Давай. Пошли, братишка. Ну ты где? А, он читает. Привет, тупой моб. Эй, ты. Пошли. Может, тут табличка стоит, я не знаю. Чё он тут стоит? Ты. Идиот деревянный, пошли. Эй, башка, пошли. Что у тебя стопорит-то, а? Пошли. Боже. Опа, давай. Пошли, ну что ты?
и куда я спрыгнул? Ну ты что, не хочешь? Эй, крипер, крипер. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. Где у них хитбокс-то, а? Ты, башка, пошли. Что к нему провалишься? Да что так? Почему ты отказываешься идти за мной? Первый раз вижу, что моб отказывается идти на верную гибель. Что это за моб такой? Из него только порох добывать, не знаю. Обратно пошел, вот идиот. Оп-оп, давай. Оп, пошли. Ты что, в двери застрял, боже мой. Ты кусок какого-то, не знаю, дауна. Да куда ты попёрся? Тебе не выбраться. Оп-оп, закрываем за ним. Так, и поведу я тебя через комнату... через камеру смертников. Там тебя постреляют. Давай, пошли. Эй, Вася, алло. Вася. Можем вентиляцию сделать? Может, ему душно, не знаю. Давай-давай-давай, заходи. Не стесняйся. Ну, не стесняйся, ну. Ну, чё ты как... Ну, нормально же общались, ну. И стоит по полчаса, боже мой. Я удивляюсь. Что за моб такой, боже. С него только порох добывать, я не... Боже. Пошли, ну что, ну тебя уговаривать надо. Сразу. Пошли. Ну давай. Давай-давай. Закрываем дверку. Опа. Попался, дружище. Сейчас будем тебя отстреливать. Два. Вот и откинул копытца. Откинул копытца. Так, теперь нам нужен новый. Боже, к нам пришел маленький зомби. Кого я действительно не ожидал тут увидеть, так это маленького зомби. Отстань от меня. Ой-ой-ой-ой. Все, сидеть там, зараза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йо, где ты? Блюдочный. Пошли. Как будто я не знаю. Как будто он под спайсом. Или под солями, не знаю. Чё он там кряхтит? Всё-таки крипера не надо было так долго пытать. Ну что, почему ты не идёшь? Давай сюда заходи. Ах, он низкий. Я в него попасть не могу просто. Ах ты хитрая жопа. Окей, пошли тогда через... Не знаю. Через лаву. Чё на солнце не горит? Ты. Дверку даже открыл. Эй, Вася. Вася. Давай. Опа. Все. Все, давай, давай, пошли, пошли. Ну чё ты стоишь-то? Что ты стоишь-то? Я не могу просто. Какие-то морды тупые. Эй, ты, морды. Стоит там, харкает на дверь. Оп. Закрываем. Дальше. Чё, выплыть не можешь? Блин, ни хрена делать не умеет. Как тебя спасли. Ты. Опа, не-не-не, он сам себя спас. Давай, иди сюда. Ну чё, я не знаю, куда он провалился. А.
Давай. Ну что, его огонь не берет? Он чуть-чуть так? Так, все. Теперь иди сюда. Иди сюда в последний. Ты что, сквозь пол ты провалился? Ты... Мазохист, блин. Давай, заходи в эту комнату и все, и на этом закончим. Ты меня уже выводишь. Опа! Что? Почему? Почему он не умирает? Там же выдвигается блок, там где башка. Ах ты маленький засранец. Так. Ладно. Куда стрелы дел? Ты, маленький ублюдок. Ладно, положим еще. Так. Так. Да. Ой. Так. Так. И вот так. Так, все, давайте поищем еще одного моба какого-нибудь. А? И не знаю. Так, что-то я нигде не вижу криперов. Шмиперов. Так, овечка. Нет, овечка. Я. О! Ё! Моё! Вот это было стрёмно немного. Криповенько, криповенько. Так, только быстрее надо забираться, чтобы он все не взорвал тут к чертям собачьим. Давай, ползи. Давай, заходи сюда. Опять проблемы с входом. Залетай. Ну давай. Оп, оп, стоп. Сидеть. Пошли, 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 пошли. Эй, опять начинается. А, не, о, он сейчас ходит, хочет в комнату с этими, как он называется, славой. Давай, пошли. Давай, давай, не бойся, не бойся. Давай. Заходи, Коля, смел. Я тебе даже дверку открою. Давай. Ну, проходи, ну, достали. Ну что это за моб, а? Давай. Заходи. Проходи. Да куда ты пришел? Идиотина, а? Окей, хочешь сюда? Давай. Пойдем в комнату. А, ты ему зашел, да? Окей, заходи сюда. Что ты на меня смотришь? Что ты на меня смотришь своим печальным лицом? Почему ты на меня так смотришь? Давай, заходи. А, не понимаю, что его стопорит? А, не понимаю. Ничего не понимаю. Это как, простите ли, случилось? Я... Ну, что с ним делать, с этим бесполезным мобом? С него только порох добывать. Эй, ты, морда. Ты, башка. Пошли, ну что ты смотришь? Ну. Слушай, если еще один выстрел, то он просто развалится, не знаю. Стоит еще такой. Может мне спрыгнуть и по-быстренькому обратно залезть, а? Что-то меня как-то сыкнуло. О, зато стрелу хапнул. Так, смертельный номер. Ой, сюда заходи. Давай, пошел. Опа. Давай, проходи. Ну давай, ну. Это не моб, это издевательство какое-то. Просто. И что мне с ним делать, а скажите мне? Не знаю. Просто ты. Широпотреб какой-то, а не моб. Ну что это? Вот если он. Что. Ой.
Он ждет, пока я ему дверку открою. Ну давай, проходи. Бесполезный моб. Проходи. Что? Ты не можешь пройти в чертову дверь? Что с тобой такое? О, давай, давай, давай. Пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, давай, проходи, ну что там встал в этом дверном проеме? Давай, все. Попался. Ты чё сбежал? Лазяника сбежали от крипера. А, куда? Нет, нет. Я чуть не обосрался. Ну я так не играю, ну я ее так долго строил. Кого-нибудь убью. Все, давайте. Пока, блин, взял, сломался. Что еще придушу просто кого-нибудь. Да, ты.